Губернатор Сергей Морозов провел деловую встречу с новым генеральным директором ульяновского филиала компании «Газпром». В стенах Государственного технического университета глава региона поближе познакомился с Николаем Кочуговым. Новоиспеченный руководитель знает газовую отрасль изнутри, ведь его карьера началась с должности простого слесаря. Знаете, вот мне всегда доставляло огромное удовольствие знакомиться, представлять руководителей Ульяновской области, которые начали свою трудовую деятельность с самого, что называется, начала. Главным лейтмотивом мероприятия стала программа газификации Ульяновской области. Николай Кочугов уже приступил к исполнению своих обязанностей. Медлить нельзя, потому что объем работ по проведению голубого топлива внушительный. 27 газопроводов необходимо построить до 2020 года. Это примерно общая длина газопроводов составляет 570 километров. Скажем так, то, что приведет к газификации практически 100 населенных пунктов. Да. Это можно сказать, что и это и частный сектор, население. Ну а самое главное, то, что эти газопроводы также идут и на промышленность, на коммунально-бытовые предприятия, что приведет, безусловно, к росту экономическому Ульяновской области. Продолжительный опыт совместной работы «Газпрома» и регионального правительства легко изобразить в цифрах. За минувшие 12 лет было построено 34 газопровода общей протяженностью более 950 километров. Возвращаясь к деловой встрече, стоит упомянуть еще об одном событии. У губернатора появился советник по газификации. В должность вступил Олег Каптиков, опытный сотрудник «Газпрома». Что интересно, новый специалист будет выполнять свои обязанности на общественных началах. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.